видеоотчеты. Солнышко прямо в лицо. Сегодня пятница, 6:30, и мы выезжаем на речку. Приехали. Вот такое вот озеро. Ну это даже не озеро, это типа речка, но это как бы там дамба. Вот речушка маленькая, но спасибо дамбе. Такая вот типа водойма получилась. Короче, палатка наша будет здесь, да, Юля? Да. А здесь грибы еще растут. Съедобные. Зонтики. Можно пожарить. Прикольно. Они сухие. А нет, жары посохли. Не, не поедим. А ну этот... О, это свежий. Сюда ссать не ходите, а то мой гриб обосците. Юля, это, нужно шишки поубирать. А ну дай лопать из лопаты по грибу. Все, показал, на, работай. Вот такой квадрат, чтобы было без шишек. Что, у тебя плохо получается, Юля? Да не копать, да боком, господи. Поставили. За 2 минуты. Теперь матрас качать. И шел 3-й час. Тут уже гамак даже повесили. А что именно под шишками? Мягко падать. Полезно для спины. Так, тоже еще одна сушеная амфибия. Это что такое? Короче, здесь и все грибы сушеные уже. Что, ты аванс получил? Да. Нихера себе, так сколько, богато? Богато. 50-ку? Да. Нормально. Так, снимаем. Уже потемнело. Перешел на телефон, потому что здесь телефон немножко лучше снимает в темноте. Итак, обстановочка. Здесь будет шашлык. Здесь будет картошка. Вот Рома сковородку моет. И там мы пьем пивасик. Так, чувак пошел у рыбаков про рыбу спрашивать. Ну да, совсем мизра какая-то. Фантастика, свет появился у нас. Со светом уже лучше. А вот ходячий свет. Хорошо. Так мы лед замораживали. Не, вы мне про мяту забыли сказать. Нет, это я подключилась. Ты успела? Да. Ой, правда. Смотрите, ходил в лес и грибочек нашел. Блин, завтра пожарю его. Офигеть. Ты можешь одеться? Ты брал кофту, ты что не будешь, как бы блядь, не я твою мать. Песня имени твоей. Тяжело, тяжело, бревно тащу. О, закинул. Добрый вечер, вот так вот мы подогреваем лавашек сыром. Вилочка, лавашек. Вилочку держит ложечка. Ложечка держится об мангальчик. Ребята, микроволновка на природе. Готовит все, что хотите. Ты, ё-моё, выйди с палатки. Доброе утро. Конечно, здесь место для купания не очень. Зато это место для рыбалки прикольное. Нужно было брать удочку. Пам-пам-пам, пока блинка заваривается, рвем грибочек. А-а-а, красавчик. А где яйца? Дайте яйца. Посоли и поперчи. Нормально, все по плану. Я нормально снимаю, чтобы ты потом не пиздил. Яйца потом пожарим. Плюнь в девайс, ты говорит вообще? Плюнь в девайс. Thank you.
Давай, типа. Типа пьяный, типа. Да, типа пьяный. Снимай, типа пьяный. Да, типа пьяный. Ты там не голая? Нет, что такое? Нет, не снимай! Иди нахрен! А что он? О, о, о. О, о, о. Я не трогал. Бо я в кроссовках. Ну, короче, все горело, я, блин. А це по ней можно сесть. Шо? А, ну все херовое. Шо? Фу. Не. Хрень полнейшая. Ну, сгорело. Еще и песка насыпало. Ветер дул. Песка насыпал. Все сгорело. Жалко грибочки, но они сгорели. Ты покупала кофе? Делай кофе. Три в одном или обычные? Обычные. А я пока полежу, отдохну. Опа-на! Опа-на! О, о, о! Это кофеек. Ах, пахнет як. Я не пойму, то что такое? То лебеди или что-то? Или просто утки с этого, с села? Блин, что-то такое. А, тут какая-то цапля белая. В кустах плохо видно. Я взял раколовку, на которую в прошлый раз мы не поймали нифига. Но вот в этих камышах шанс поймать что-то гораздо больше, чем то место, где я ловил в прошлый раз. Блин, ну вот та птичка белая. Какая-то цапля. О-о-о-о-о-о! Полетела! Что это такое полетело? Что-то полетело? Я же говорил, там какая-то белая птица. О-о-о-о! Она опять обратно прилетела. Выложу. Не тот мозоль, тот не показывает мозоль. А, этот мозолик не показывает? Не знаю, не тот. Тогда на руке посмотри. О, какой ночной мозолик. Иди отсюда. youtube.com. Вот там все будет. Да не перекину ты меня. Иди отсюда. Ну нафига? В смысле нафига? Чтоб ты ебанулся, блядь. Нафига? Иди отсюда. Ты мой это перелил. Господи, размотал меня трындец. Иди отсюда, господи. Дай отдохну. Че ты такой пристал? Отсоси сначала. Иди в свою эту гей-машину. И там полежи. Короче, говорят, если дальше туда пойти, там нормальный пляж. И там можно покупаться. Пошли проверять. Ну вот на том берегу точно купаются. А здесь что-то, блин, какая-то стрёмная зеленая жижа плавает. Короче, я передумал плавать, купаться передумал. Пойду лучше супчик варить. Все, купаться здесь можно, подтвердили. Спецоперация. Открывание бутылки вина. Подготовка капитальная идет. А, закрутили? Да, ну там легенькая. Заржавели для плоскогубцы. Что у него в машине валяется, ими никто не пользуется. Не, вот так на полу тянуть на себя. Да. Игорь, помоги. О, подержать. Короткий. Так его можно сейчас. А там какой-то корот такой мне странный. То мы это сам пытались шомпуром, да? Шомпуром? Что, не хватает? Они дубовые, на, блин. У меня с больным пальцем не получается. А, какие есть. А, о, ни хрена себе дубовые. Так я об этом и говорю. Попробуй за это. Конечно, раз в году им пользуются, так как. Зацепиться и потянуть. А, шо? Давай, Таню. Текай, блин. Она дихать, ну, можешь поскольку... Да. Да нет, тугие трындец. Только смазывай иногда. Ну, надо, блин, не надо, шо надо? Надо. Ну, так, надо так, смазывать. Эй, мужики, пошли. О, птичка летает. Красота. Какая красивая, смотри. Вот и какой лалек. Это аист или лалек, не знаю. Ну, шо он такой, фиг его знает. Наливай. Кого поставил? Чарку на машину. Где? Чарку на машину. Где я поставил чарку на машину? Кто? Кто поставил чарку на машину? Ты. А? Я? А, вот это? Забери. Ай, песок горячий.
Она уже кипит. А, она горячая. На, бахни. Тебя так размотает. Хочу поплакаться. Взял металлоискатель, думал, здесь по пляжу похожу, поищу там крышки всякие, пособираю в коллекцию. Взял кучу батареек, ну как кучу, 6 штук. И они все дохлые. Короче, он не работает. Батареек нема. Печаль, беда. Наливай, птаха, у меня горе. Металлоискатель не работает. Металлоискатель не работает, наливай давай. А, так умеешь что пить? У меня вот есть коктейль. Всем буду ехать. О, вот озеро. А мы едем в местный магазин мороженое купить. О, такой магазинчик. Закупились, кофе купили. Все, едем обратно. Самое главное, что купил, это я купил батарейки. Так, с кофе разольется. Самое главное, что я купил, это батарейки. О, сейчас будем искать крышки в песке. Кстати, сдачу дали спичками. О, мелочи не было. Две пачки спичек дали. Офигенная сдача. И я купил алкоголь. Нормальный. Да вижу, ты дебил, блядь. Чё дебил? За сколько, блядь? 400, блядь, за бутылку, блядь. Чё ты примелочился? А сколько? Все офигевают, сколько оно стоит. 860 гривен всего лишь. Кодек. Наверное, паленый кодек. Работает, ура! Кильку нашли. Что-то мелкое. Идем дальше. Короче, если что-то найду, покажу. Можно долго искать, ничего не найти. Итак, вот что я нашел за 2 часа. Крышки. Ну а чего ожидали? Ни одной монетки, ни одной цепочки, ни одного хрестика. Только крышки. От водки. От пива, кстати, только 2 крышки. Водка, 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 водка. 3 крышки. Черниговская водка. Медов. Другие крышки непонятные. Кстати, вот полезная штука. Это чтобы дымовуху ставить. Новая, неиспользованная. Я даже заберу ее. А это все мусор. Это не знаю чего. Что-то от Жигуля, походу. Короче, нужно взять топорик. Вот он лежит. И это вырубать длинную тонкую палку. Чтобы ловушку на раков поставить. О, отличная палка. Лишнее обрубать. Корошки. С такой подливкой. С подливкой. Так, потемнело. Смотрите, длинная палка, которую рубал. Поставим эту штуку на ночь. Палка с акацией колючая. Нести ее вообще неудобно. Зайдем подальше. Может, какой-то карасик поймается. Все. Ложись. Ночной костер потихоньку распаливается. Ромка молодец, работает. Красавчик. Буду отдыхать, буду балдеть. Возле костра поставил стульчик, сяду на его. И буду сидеть ножками. Песочек перебирать, в костер смотреть. Песочек тепленький. Ах, как приятно. Ой, утро второго дня. Тяжело. Третьего дня. О, ей машина. И кто в этой машине спит? А где кофе? Вот это или вот это? В большом. Вот это да? Это мой кофе. Окей, спасибо. Ай, хорошо. Сидит, жрет, трусится. Итак, проверяем нашу ловушку. Надеюсь, я ее найду. Вот, палка лежит. Нифига себе! Смотрите, что я поймал. Ни одного рака, но какая-то мелкая рыбешка поймалась. И какие-то жуки водяные. Ну, выпускай мелкую. Так выпущу сейчас, а что, будем жрать ее или что? А что-то жук какие-то залез. Ну, жуки водяные. А то лин большой, чьи кто? Это тоже маленький лин. Что тоже вы... надо сфоткать? Ты сфоткал? Нет еще. Тоже выпустим его. Как? А что, мы жрать будем его или что? Не, повыпускаем. Охренеть. Вот это хороший. Так и толку от его одного. Хай плавает. Вот что это за рыба? А ну напишите мне.
А то я не разбираюсь. Плыви, плыви! Ну и все, там всякая мелюзга осталась. Вообще какие-то мелкие-мелкие. Вот это рябина, да? Нифига себе, как она большая. Тихо. Плыви. Короче, проще, наверное, вот здесь развязать и все сразу высыпать. Ты чё? Плыви давай. Плыви. Плыви. Туда плыви. Плыви. А жуки подохли, походу. Жуки подохли. Им же нужно типа всплывать, воздух глотать. Да кидай подальше ее. Смотрите, 2 минуты уже все собрались. Ой, печально уезжать. Последняя природа в этом году. Все. Прощай, озеро, да. Вернемся после зимы сюда, наверное. Помыли машину. Ну, почти чисто. Нормально, можно ехать. Не плачь, мы уезжаем. Последнее озеро в этом году. Пока, пока. Рыбаки сидят. Прикольно.